Восточная Сибирь – край шаманов, буддийских монастырей и поселений старообрядцев, но Забайкалье – земля, богатая не только в духовном плане. На протяжении нескольких столетий сюда за золотом и лучшей жизнью отправлялись авантюристы, искатели приключений со всей России. Начало освоения Забайкальского края произошло около 300 лет назад, когда казаки Петра Бекетова по указу царя Алексея, отца Петра Алексеевича, сюда была направлена экспедиция Петра Бекетова для поиска серебряных руд. Те казачьи отряды можно считать коллегами современных геологов, которые сейчас трудятся на разработке Быстринского месторождения. С той лишь разницей, что в те времена бойцовые навыки ценились выше геологических. Ведь пришельцы с запада столкнулись с активным сопротивлением местного населения, а впоследствии и с постоянными набегами монгольских племен. На территории Забайкалья русские исследователи стали проходить еще давно, но закрепляться на территории начали примерно в 1600-х годах. Они строили вот такие остроги, а в качестве обороны использовали длинные крепостные ружья. 2 метра длиной такое оружие могло пробивать любой доспех. Именно создание сети острогов и оборонительных укреплений помогло впоследствии наладить здесь мирную жизнь, но оружие и трофейные доспехи, которые хранятся в местном музее, еще помнят вкус крови и звук былых битв. Когда отгремели оружейные залпы и дым черного пороха рассеялся в истории, Забайкалье ждала интересная судьба. Местные жители стали связующим звеном между Российской империей и Китаем, с Читой в качестве торгового центра. Так остается и по сей день. Именно в Чите располагается основной железнодорожный узел. Отсюда товары из России идут в Китай, а китайские товары распределяются по всей России. Благодаря близости к границе и постоянному культурному обмену на территорию Забайкалья часто попадали вещи, считавшиеся диковиной даже в столице. К примеру, вот такой деревянный велосипед, привезенный в Читу примерно 100 лет назад из Поднебесной. Сейчас власти города ведут активный культурный обмен с соседями, а дети из спортивных школ, танцевальных кружков и просто школьники ездят в соседнее государство на экскурсии. Вот, к примеру, китайская делегация гимнасток на экскурсии в Читинском музее. Взаимодействие Сибири и Китая вскоре может выйти на новый уровень, в частности в экономике. На это особенно надеются забайкальские власти, а главную роль здесь предстоит сыграть норильскому никелю. Эффект от запуска Быстринского горно-обогатительного комбината сложно переоценить. Проект этот столь значим не только для Забайкалья, но и для всей России, что одобрение он получил на самом высоком уровне. Для правительства Забайкальского края очень важен данный проект, проект именно частно-государственного партнерства. Я лично в 2009 году данный проект защищал перед председателем правительства Российской Федерации, тогда еще Владимир Владимирович Путин. Помимо весьма ощутимого пополнения казны Забайкалья, Быстринское месторождение принесет краю и целый ряд положительных социальных эффектов. Вернее, уже приносит. К примеру, всего за несколько лет компания проложила 200 километров железной дороги, обеспечив быстрый доступ к ряду отдаленных поселков Восточной Сибири. Любая территория заинтересована в комплексном освоении этих территорий своих. И вот начало норильским никелем разработки Быстринского месторождения – это такой хороший пример комплексного освоения этой территории. Потому что всегда юго-восток Забайкальского края – это был такой некоторый медвежий угол.
Еще одним совместным проектом компании государства стало создание этой электростанции. Обошлась она норильскому никелю в 600 миллионов. Электростанция будет не только освещать часть производственных зданий, питать энергией железнодорожной станции, но и обеспечивать дешевой энергией близлежащие поселки и деревни. Но больше всего от разработки Быстринского месторождения выиграют жители близлежащих населенных пунктов. К примеру, поселка Газовод, расположенного всего в паре километров от Быстринского. Ближайшее поселение от Быстринского месторождения – это поселок Газимурский завод. Когда-то здесь находились золотые и серебряные прииски, а также завод по переработке серебра. Сюда активно ссылали политзаключенных и других каторжан. С тех пор минуло много лет, и завод уже лет 100 как нету. Но местный житель до сих пор отлично разбирается в добыче драгоценных металлов. Население здесь по меркам всей области не очень велико, всего 9 тысяч человек. Но если задуматься, обеспечить стабильной работой несколько тысяч жителей глухой Сибири – дело непростое. До запуска Щетинского проекта большинство из них жили сельским хозяйством, ездили на заработки в Китай, пытались мыть золото. В общем, перебивались кто чем мог. Теперь 90% трудоспособного населения работает на компанию. Мы полностью пересматриваем строительство городка. Где-то полностью перестраиваться поселение. Возможно, переноситься будут населенные пункты. До прихода на территорию Норильского никеля в том же газзаводе наблюдался стабильный отток населения. Цены на дома падали, а коммунальные проблемы в поселке стояли особенно остро. Когда на Быстринском началась геологоразведка, ситуация в корне изменилась. Только за последний год местные власти выдали 136 разрешений на строительство новых домов в поселке. Когда горно-обогатительный комбинат заработает на полную мощность, жизнь начнет воплощаться и ряд социальных проектов. К примеру, планируется возвести в поселке спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн и многие другие объекты инфраструктуры, необходимые для комфортной жизни рабочих. В общем, Быстринский проект принесет выгоду всем. Компания получит прибыль, местные жители – работу, край – налоги. Для края даже трудно переоценить значение этого проекта. Это сегодня, наверное, крупнейший проект не только в крае, а вообще в Сибирском федеральном округе. Таких проектов не было давно. А в цветной металлургии, ну, очень давно. Удачный опыт власти края надеются развивать и дальше. Наше Министерство природных ресурсов и промышленной политики сделает все для того, включая и административные рычаги губернатора Забайкальского края, правительства края, для того, чтобы состоялся не один крупный инвестиционный проект на территории края, а как минимум 4. То есть такие возможности есть. Природные силы, ресурсы сегодня в недрах имеются. Только надо вкладывать инвестиции и запускать производство. Но это уже, как говорится, планы будущего, хотя ростки этого будущего пробиваются быстро. Щетинский проект, как увидели мы своими глазами, уже живет своей жизнью. Разрастается, готовится через пару лет выдать первую продукцию и тем самым еще раз накрепко связать Сибирь и Китай, Заполярье и Забайкалье. И особенно приятно, что в этой общей истории будет большая доля знаний, опыта и заинтересованности норильчан. Людей с территории, так похожей на Забайкалье, и жесткими морозами, и непростой историей, и отдаленностью, и умением строить будущее, полагаясь на себя.